И снова всем привет, зрители данного видео. Сейчас, спустя снова ж таки один денечек, я продолжаю прохождение игры Risen. Ну и что у нас, какая ситуация на данный момент? Я оббегал весь этот порт, поговорил со всеми, кем только можно, и в принципе нашел тех оставшихся двух человек, точнее двух людей Дона, так правильнее будет сказать, которые нам нужно здесь помочь. Одному из них я уже помогаю, то есть взял квест, а второй у нас находится вон в том здании, в заточении. Его поймали и кинули туда, как в тюрьму, вроде того. И нам нужно его оттуда вызволить. Вот как-то так. Но перед тем, как я сейчас начну это все делать, пойду сдам побочный квест с тем, как его, кузнецом, который нас попросил найти ему помощников. Сейчас мы ему это устроим. Так, где он у нас тут? Так, вот у нас тут кузнец, и сейчас мы ему найдем помощников. Вот. И что еще хотел сказать. Они мне все говорили, что я должен искать их помощников вот здесь, в торговом квартале. Но на самом деле все эти два помощника, которые они хотели, находятся прямо у них под носом. Первый находится здесь. Эй, ты! Хочешь подзаработать? Что нужно сделать? Альвара нужно, чтобы кто-нибудь нарубил дров. Ладно, хорошо. Я этим займусь. Вот так вот. Первый, да, готов. Так, и вот второй. Далеко ходить не надо, называется. Эй, тебе работа не нужна? Что? У Альвара есть для тебя работа. Тебя послал старик? Чего он хочет? У него есть клинки, которые нужно заточить. Это мне подходит. Вот и все. А я весь тут торговый квартал оббежал не знаю сколько раз в поисках помощников. Они были тут. Ну, да, ладно. Так, Альвара, нашел тебе помощников. Слуги, о которых ты мне говорил, принялись за работу. Превосходно. Тебе удалось заслужить мое доверие. Остатки золота возьми себе. Это очень щедро. Это достойная награда. А хочешь клянчить деньги? Ступай в трущобы к мастеру Белшвуру. Ну да, ну да. Так, теперь осталось только сказать этому кузнецу, что все ок. Куда он подевался-то? Ты тут где-то? Нет, Альвара. Хорошо. А куда делся наш чудак? Чего тебе здесь надо? Да успокойся, успокойся. Просто надеюсь, искал. Что ты просто смотришь. Конечно. Так, задание главное выполнил или нет? Так, Уолтеру нужно отдохнуть. Да, мне нужно сейчас к нему подойти и сдать задание, что я ему типа помог. Куда ж он подевался? Куда он ушел отдыхать? Сюда, что ли? Странно.
Очень странно. Ну да ладно. Позже сюда вернусь, если его встречу, то сдам ему квест. Ну а сейчас пошли спасать товарищей. Значит, того чувака с тюрьмы я буду вызволять последним. А сейчас будем помогать второму. Второй, кстати, вот хочет, судя по квесту, Сид думает, что Родригес хочет с ним разобраться. И такое бла-бла-бла. Вот этот Родригес. Сейчас будем разбираться с ним. Глаза у тебя голодные. Но если захочешь мяса, я захочу денег. Если денег нет, то мастер Билшвур раздает похлебку нищим. Хотя особенно нищим ты не выглядишь. Чем ты тут занимаешься? Охраняю бойню. Работа не ахти. Но если ты переметнулся от Дона к Инквизиции, приходится постепенно завоевывать доверие. Так что я тут пока что сторожу мясо. Правда, цена на него растет, поскольку с рыболовством из-за бурь проблемы. Люди также охотно крадут отбивные, как и драгоценные артефакты. Были попытки взлома последнее время? Слишком много. Недавно 3 дома ограбили. И какие меры были предприняты? Мы тут ничего не можем сделать, кроме как кое за кем приглядывать. Я почти уверен, что за этим стоит Сид. Почему ты считаешь, что Сид замешан в ограблениях? Он себя считает вроде как местным главарем. Любит устраивать беспорядки. А почему ты так уверен? Ну, ты только взгляни на его подружку. Все эти украшения на ней явно нечестным трудом нажиты. Откуда ты Сида знаешь? Я был одним из людей Дона. Не могу сказать, что горжусь этим, но он человек харизматичный и умеет убеждать. Потом я понял, что ему наплевать на будущее острова. И думает он лишь о собственной выгоде. Теперь я сражаюсь на стороне Инквизитора Мендосы. Что ты сейчас планируешь делать? Если я смогу доказать, что за кражами стоит Сид, то, может быть, мое положение в Ордене улучшится. Однако я сомневаюсь, что со мной кто-нибудь будет разговаривать. Люди Дона считают меня предателем. А Инквизиция все еще подозрительно относится. Так что мне нужен кто-нибудь без всего этого багажа за плечами. Может, ты? Если кражи прекратятся, город вздохнет с облегчением. Я могу тебе заплатить за помощь. И сколько ты готов заплатить? Как насчет 150 золотых? И как мне расследовать кражи или нет? Ладно, пока не буду. Пойду поговорю с Сидом. Если он мне ничего толкового не скажет, то тогда... Так. Я говорил с Родригесом. Он думает, что ты стоишь за взломом. Он пытается подставить меня. Он меня ненавидит. Всегда ненавидел. Неизвестно почему. Слушай, ты один из нас, верно? Мне нужна твоя помощь. Говори. Ты можешь сделать это так, как надо. Ты можешь выяснить правду. Сделай так, чтобы тебе поручили расследование взлома. Будем надеяться... Что Родригес на это пойдет? Как скажешь. Значит, бежим и принимаем это задание. Чик. Ладно, я займусь расследованием краж. Отлично. Будь осторожен. Это дело непростое. Сид хитрый парень. Его трудно прижать. Даже несмотря на то, что он всегда знает, где найти что-нибудь ценное. Ты думаешь, он заранее изучил эти дома? Может, он и вор, но явно не дурак. Он наверняка кого-нибудь еще перед собой посылал. Если ты выяснишь, кто на него шпионил, будет за что зацепиться для начала. Так, ну хорошо. Чьи дома были ограблены? Картографа Нельсона,
торговца мехом Флавио, и счетовода Бакстера. Надо бы тебе с ними со всеми поговорить. Может, тогда мы и сумеем вывести Сида на чистую воду. А где мне найти... Так, ну ладно. Удачи. Потом поговорим еще. Я знаю уже, где они находятся, так как долго этот порт я обследовал в прошлый раз. Так, давайте еще раз мы с вами сохранимся. Родригес считает, что ты используешь шпиона, чтобы проверять потенциально интересные дома. Он так считает? У тебя есть шпион? Как ты думаешь? Кто он? Ну, разумеется, нет. С какой стати? Но если ты найдешь шпиона, поговори со мной, прежде чем поговоришь с Родригесом. Возможно, никому не придется рисковать. Фу, ну да. Так, вот наш картограф. Так, ну... А, кстати, есть у меня еще один квест у этого чела. Он мне должен сделать карту. Но я уже сколько раз ложился спать, чтоб наступил новый день, и карту он никак не сделает. А ну-ка, сейчас еще раз ему спросим, есть ли моя карта. Ну, карта уже готова? Нет еще. А, капец, он мне уже раз 50 это сказал. Ну да ладно. Говорят, тебя обокрали? А что украли? Кольцо пропало. Очень ценное. Мне его лично комендант Карлос подарил в обмен на карту острова. Понятно. Кто был здесь в день взлома? Ну, несколько людей. Мосс бой не заходил. Заносил мясо. Кто еще? Работник Дойл мне рыбу продал. И Павел еще. Один из людей Флавио. Продал пару волчьих шкур. Понятно. Я найду твое кольцо. Буду тебе очень благодарен. Да, надеюсь, сможем найти это кольцо. Когда мы это кольцо найдем, он нам как можно быстрее карту сделает. Судя по разговору. Так, кому мне еще нужно зайти? Так, Флавио. Еще там кто-то был, давайте... квесте глянем. Так, так. Так, шпиона мы-то найдем, но попозже. Так. Так, значит, картографа мы были. Второй с мехом Флавио и Бакстер. Флавио и Бакстер. Так, надо сейчас поискать, где они. Где-то тут вроде. Нет, не тут. Так, тут барышня обитает. Ладно, потопали, где они тут находятся. Так, это Финн. Так, вот щитовод вроде бы. А не, это Флавио. Так. Я насчет взлома. А что украли? Мои шкуры. Если бы не это, я бы мог и дальше заниматься своим делом. Надо было слушаться отца и отправляться в море. Это уберегло бы меня от многих бед. Кто был здесь в день взлома? Да все как обычно. Рабочие хотели предложить мне свои услуги. Как будто у меня осталось золото. Кто еще? Павел был здесь весь день. В конце концов, он работает на меня. И Василий хотел продать мне пиво из таверны. А потом приперся Дойл. Рыбу свою продавал. Но я его прогнал отсюда.
Вот и все. Тебя видели в одном из домов, которые обокрали. Честно говоря, я больше, чем в одном доме побывал. И что же, я теперь вор? Посмотрим. Хорошо, хорошо. Да, это, конечно, будет трудно расследовать, но да ладно. Что? Так, теперь нам осталось только... Так, кого найти? Нико. Я ищу Дойла. Кого? Дойла? Никогда его тут не встречал. Он рыбой торгует. Ну, он не на меня торгует, это точно. Может, тебе Филуса спросить? Так, только где этот Филус? Так, Бакстер, Бакстер, где у нас Бакстер? Я помню этого чела, но не помню, где он находится. Ну да ладно, сейчас поищем. Тут он с картограф. Бакстер, счетовод. Где-то он в этом месте должен быть вроде бы. Так, тут у нас кто обитает? Так, не, это у нас не то. Так, вот ты. Я насчет взлома. А что украли? Как что? Золото, конечно. Золото принадлежало ордену, а теперь оно исчезло. Сколько золота было похищено? Все, не знаю точно сколько. Я как раз собирался приступить к подсчетам, как заметил пропажу. Кто был в доме в день взлома? Ну, Дойл хотел продать мне рыбу. Но я рыбу не люблю, и он ушел ни с чем. Этот жирный болван Василий принес пиво. Я расплатился с ним. Отдал ему несколько кусков мяса. И, конечно, Мо был тут несколько раз. Но в этом нет ничего удивительного. Он же тут работает. Так, ну что ж, мы со всеми ними поговорили, со всеми тремя, и что, будем делать вывод? Так, были ограблены дома, это мы знаем. Так. Надо посмотреть, кто чаще всего встречается у нас тут, более-менее. Но, походу, нам нужно искать Дойла. Или Василия. Хотя... Так, Василий. Моряк Василий. Тебя видели в доме, который ограбили. Я разношу пиво по многим домам. Меня много где видели. Ты прав. Так, Дойл. Ладно, осталось найти Дойла. Так дальше не может продолжаться. Только где он? Говорю вам, он чертов безумец. Я ищу Дойла. Дойла? Давно уже его не видел. Он у меня был хорошим клиентом. В смысле, он тут рыбу покупал больше одного раза. По мне так это хорошо. Может быть, ты освежишь мою память, а? Где Дойл? Последний раз я слышал, что он живет вместе с Костой. Но его уж очень давно в трущобах не видели. Может, он почему-то решил спрятаться? Тут странные вещи творятся. Понятно. Так, туда мне соваться не надо. Так, тут у нас кто? Дитер. Страж.
Хорошо, где же мне искать этого Дойла-то? В трущобах. Крутяк. Так, хорошо, ну давайте я, когда найду данного персонажа, включу запись. Ну а сейчас...